нормально. Девчонки, вы видели? У мальчика рука сломана. Я слышала, он бежал и об корни запнулся. Да нет. Тут недавно была драка. Наверное, это его избили. Девочки, девочки, я слышала, что он ночью в окно вылазил и, наверное, упал. У нас кто-то по крыше ходил. Слышали шаги? Это, наверное, он был. Мне кажется, это он с дерева упал. Точно, с дерева. Ну где еще можно так руку сломать? Девочки, а я слышала от вожатых, что вчера ночью кто-то пытался из лагеря сбежать. Это, наверное, он, когда через забор перелазил, упал и сломал руку. Здесь где-то тренируются парашютисты. Это, наверное, один из них. Ну ты загнула. Да пойдемте у него и спросим. Пошли. Мальчик, как ты сломал руку? Я сломал не руку, а палец. Просто неудачно словил мяч.